Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я и обещал, мы изготовим сейчас еще самую маленькую гусеницу зимнюю. И, наверное, я на этом остановлюсь, буду ждать откликов, как у вас будет по рыбалке. Потому что у меня еще есть ряд модификаций этой гусеницы, которая... Желательно, чтобы прошла первым делом проверку. Крепим перышко оранжевого цвета, также с красной нашей ниткой, как и раньше. Проверяем, чтобы наши бусинки зашли на место крепления. Добавим немножко клея. Довольно-таки простая, удобная. Нимфочка. Промотали, нить не убираем. Поджали ноготком, так чтобы наш шарик достаточно плотно и хорошо сел на место крепления. Вот столько у нас будет достаточно. Теперь мы аккуратно с вами переводим нить вместе с пером и прокручиваем. Ровно столько, сколько нам необходимо. Выполним один полный оборот за шариком и промажем немножечко клеем, очень-очень уже быстро между всеми нашими шариками промотаем до латунного. Не отпускаем ни нить, ни перо. Если по каким-либо причинам шарики наши не позволяют, значит, помогаем ноготочком. Вот так. Переходим к следующему и помогаем себе ноготком, чтобы наше перышко хорошо стало на свое место. И доходим теперь до нашего шарика. Перо можно выпутать, если выйдет удачно из нашей нитки. Выполним один полный оборот. Пока не отпускаем перо, нитку промажем клеем. И нашей ниткой выполним пару-тройку оборотов, перехватив наше перышко. Вот, друзья, столько будет достаточно. И теперь мы можем спокойно удалить и нитку, и перо. Вот и все. Как вы видите, достаточно быстро, удобно. Подправим потом еще перышки. И наша вот такая вот лохматенькая гусеница готова к работе. Перо хорошо поправляется, так что вы потом выпутаете перышки. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!